Модернизацию первичного звена здравоохранения в регионах с особо непростой ситуацией в этой сфере практически полностью профинансирует правительство. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин. Максимальный размер софинансирования – 99%, предусмотрен для 26 регионов, сообщают федеральные СМИ. В перечень входит Орловская область. О планах и о том, что уже сделано, пойдет речь сегодня в программе «Область решений». Я Ростислав Билык. Здравствуйте. Наша сфера здравоохранения, пожалуй, никогда не знала спокойных и благополучных времен. Теперь, в период пандемии, все почувствовали это особенно остро. Проблемы в первичном звене, нехватка оборудования и, как следствие, недовольство и справедливая критика россиян. Изменить положение дел в сфере призван нацпроект здравоохранения. Субсидию на модернизацию первичного звена сферы могут получить регионы, в которых действует программа модернизации. Объем средств рассчитывается по специальной формуле с учетом степени износа медицинских учреждений, демографических показателей, а также количество граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования. Масштабная модернизация первичного звена здравоохранения началась в этом году. В ближайшие 5 лет на нее будет направлено не менее 500 миллиардов рублей. Регионы смогут использовать средства на капитальный ремонт, строительство и реконструкцию поликлиник и районных больниц, ФАПов и амбулаторий, а также для закупок медицинского оборудования и транспорта. Особенно это актуально для сельской местности и небольших населенных пунктов, где медицина менее доступна, чем в крупных городах. Итак, особое внимание сельской медицине. Федеральным проектом запланировано строительство более 360 новых объектов и ремонт свыше 1000 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Предстоит закупка мобильных комплексов для сел, где проживают менее 100 человек. В начале марта новый модульный ФАП был открыт в Свердловском районе. Этот ФАП, он обслуживает 3 населенных пункта. Это деревня Каномичина, поселок Хорошевский и деревня Ягодика, где проживает более 300 человек. А ближайший ФАП у нас в поселке Куракинский расположен на территории 6 километров. Поэтому, конечно, строительство этого ФАПа – это очень хорошо для наших жителей. Здесь почти более 100 человек проживают, люди преклонного возраста и пенсионеры, и около 50 человек – молодежи, детей, которым, конечно, тоже необходим ФАП. Для моих пациентов созданы все условия. Вот, пожалуйста, есть вода горячая, холодная водичка. А раньше воды, за водой ходила на колодец, и в мороз, и в слякоть. Вода холодная, без подогрева, без всего. В общем, работала в полнейших страшенных условиях. И, наконец-то, мы дождались вот такой прекрасной жизни. У жителей деревни Алексеевка Покровского района теперь тоже есть свой фельдшерско-акушерский пункт. Ездить в районную ЦРБ, а до нее около 30 километров, им больше не нужно. Этот ФАП обслуживает 7 деревень, живут в них почти 300 человек. Жителям далеко ехать в райцентр, и как бы здесь им, они быстрее сюда придут и получат помощь, сделают кардиограмму, и можно посмотреть, есть ли какие-то отклонения. А потом уже ехать в районную больницу и как бы к доктору на прием. И большой плюс для людей действительно пожилого возраста. Допустим, сама я не так часто сюда прихожу, но у меня мама, человек уже в возрасте, ей часто приходится и давление померить, и уколы сделать. И поэтому для людей в возрасте такой ФАП очень был нужен, и он востребован. В прошлом году в Покровском районе открыли 5 модульных ФАПов. У селян они востребованы. Новый пункт отвечает всем требованиям и санитарным нормам. Он укомплектован необходимыми инструментами и оборудованием. Люди, когда увидели, что в соседнем селе появился новый ФАП, сразу же стали просить у нас тоже новый ФАП. Село Зерное, то же самое, ФАП старенький, и люди просят тоже, чтобы ФАП появился. Прежде всего, ФАП – это не только новое помещение, это еще и оборудование, с которым идет вместе с ФАПом. И оно тоже существенное, дает помощь, поэтому люди просят. Новые модульные ФАПы – это совсем иное дело. Здесь имеется великолепное условие – санузел, водопровод. Вода горячая, холодная. Полностью имеется стандарт оснащения медицинского оборудования. И, естественно, уровень оказания медицинской помощи – это намного выше. И здесь сельские наши жители получают доступную и качественную медицинскую помощь. В 2020-м в рамках нацпроекта здравоохранения на территории Орловской области построили и открыли более 40 фельдшерско-акушерских пунктов. Таких темпов и объемов медицинского строительства наш регион не знал никогда. В 2021-м программа развития первичной медпомощи на селе будет продолжена. Кроме строительства новых ФАПов, будут приводить в порядок и старые.
Сегодня для меня крайне важно уже по итогам полугодичной эксплуатации посмотреть, как реализуется на деле программа по модульным ФАПам, модульным амбулаториям. Мы видим, что в два раза мы сумели сэкономить, снизить стоимость самих ФАПов, ускорить темпы возведения, но и качество не подводит. Поэтому мы сейчас поставили задачу и дальше наращивать обороты. Но стоит вопрос кадровый. Всем главврачам районных больниц поставлена задача подбора медицинских кадров, фельдшеров, врачей, еще начиная со студенческой скамьи, для того, чтобы в дальнейшем они могли работать. Это непростая задача, будем работать. С точки зрения дальнейшего развития, на следующий год у нас более почти полмиллиарда рублей на развитие первичного звена здравоохранения. Это будет дополнение к тем результатам, которые сделаны в 2020 году. Мы много купили оборудования, в том числе это касается и Ливинской больницы районной, и аппарат компьютерный томограф взамен сломанного, ну и практически все больницы получили дополнительное вложение. К 2024 году в России появится 1550 фельдшерско-акушерских пунктов и 1300 мобильных медицинских комплексов. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году в регионах заработали более 1000 передвижных медицинских комплексов, построено более 350 фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий. Строительство и модернизация фельдшерско-акушерских пунктов – одно из важных направлений федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи», который реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Его целью является обеспечение качественной, своевременной и равнодоступной медицинской помощи всем жителям страны. В рамках развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи средства из федерального бюджета были направлены на приобретение мобильных медицинских комплексов. Передвижные маммографы поступили в Орловский онкодиспансер, Мценскую и Плещеевскую ЦРБ. Флюорографы получили противотуберкулезный диспансер, Ливинская и Мценская больницы. Парк медучреждений пополняется новым транспортом. В конце 2020-го регион получил 10 реанимобилей и 21 скорую. В начале этого года новые машины поступили в 11 медицинских организаций Орловской области. За последние пару лет в больницу поступили две машины для обслуживания тех же вызовов, ну, для нужд больницы. К сожалению, автопарк больницы, он действительно устаревший. И на сегодняшний день, мы бы с удовольствием, точнее, нам надо бы еще бы 4 машины, для того, чтобы хотя бы было на чем ездить, обслуживать наших пациентов, потому что в составе больницы, помимо взрослых, также еще и детская поликлиника, и женские консультации. Работы на дому довольно много. Что касается оборудования, как бы, к сожалению, большого, или как мы называем его, тяжелого оборудования в больнице за последний год ничего не поставили нам было. Ждем поставки в этом году компьютерного томографа. Вроде бы как бы нам даже пообещали. Все-таки больница Боткина является областной инфекцией и главным центром по лечению ковидной инфекции. А компьютерная диагностика для ковидных больных, ну, очень важна. Поэтому КТ, ну, было бы хорошо. Новая техника – это, конечно, большое подспорье, но не менее важно, кто на этих аппаратах и машинах будет работать. В помощь регионам новые направления программы развития здравоохранения. Российское правительство приняло решение расширить категории медиков, которые смогут получить компенсацию при переезде в сельскую местность, а также небольшие города России с населением до 50 тысяч человек. Теперь на поддержку могут рассчитывать медсестры ФАПов. Размер выплат будет таким же, как и для фельдшеров. Итак, специалисты получат единовременную выплату в размере 500 тысяч рублей. Напомню, для врачей сумма государственной поддержки составляет 1 миллион рублей. Далее обзор событий и наша рубрика «Интервью». Речь пойдет о программах поддержки предпринимателей. С момента начала прививочной кампании в регион поступило свыше 36 тысяч доз комбинированной векторной вакцины «Гамковитвак». В регионе работают 35 прививочных пунктов в 28 медицинских организациях. Действуют 3 мобильных прививочных пункта в Орле, Мценске и Орловском районе, а также 26 мобильных бригад для проведения иммунизации в организованных коллективах. Не допускать роста задолженности муниципальных образований и коммунальных предприятий за энергоресурсы потребовал в понедельник на заседании правительства Андрей Клычков. Размер общего такого долга на 1 февраля составлял 717 миллионов рублей. Это на 93 миллиона меньше, чем в прошлом году. На постоянном контроле у губернатора продолжает оставаться и ситуация с расчетами в управляющих компаниях.
Сбербанк для Орловской области – один из стратегических партнеров, и его взаимодействие с регионом происходит по самым разным направлениям. Об этом заявил Андрей Клычков в ходе встречи с управляющей Центрально-Черноземным банком ПАО «Сбербанк» Натальей Цайтлер. Среди тем, которые обсудили на этой встрече – реализация в регионе различных проектов при участии Сбербанка. Высокий уровень сотрудничества, который сложился с регионом, говорит о налаженном диалоге с властью, бизнесом и населением, отметила Наталья Цайтлер. Более 2 миллиардов рублей – таков общий объем поручительств, который гарантийный фонд предоставил предпринимателям региона. Это позволило орловским бизнесменам получить финансирование на почти 10 миллиардов рублей. В конце минувшего года на совещании в Министерстве экономического развития Орловский гарантийный фонд был отмечен как один из лучших в стране. Подробности автору нашей программы Наталье Пехтеревой рассказал Владимир Осякин, руководитель фонда поддержки предпринимательства Орловской области. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Здравствуйте, Наталья. В конце минувшего года региональный гарантийный фонд был назван одним из лучших в стране. Минэкономразвития России столь высоко вас оценила. Каким образом удалось прийти к такому высокому результату? Какая работа была проделана? Ну да, все правильно вы говорите. В конце 2020 года проходило совещание Минэкономразвития в присутствии министра экономического развития Максима Решетникова, которое собрало всю инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса в нашей стране. То есть все регионы были представлены, все, соответственно, все фонды, все центры, которые функционируют, которые действуют в нашей стране. И когда представляли, когда рассказывали про гарантийные фонды, нас гарантийный фонд Орловской области выделили в числе 5 наиболее эффективных в стране. Среди 85, соответственно. В каждом регионе действует гарантийный фонд. В том числе. Такая высокая оценка впервые, наверняка в истории вашего фонда. Что же было сделано для этого? Эффективность работы в данном случае, наверное, оценена по объему предоставленных поручительств, по влиянию нашего гарантийного фонда на экономику нашего региона. То есть мы предоставили в 2020 году почти 400 миллионов рублей поручительств. То есть это для нас, конечно, абсолютный рекорд. Под эти поручительства предприниматели Орловской области получили 1 миллиард 800 миллионов рублей кредитных ресурсов, которые были направлены в экономику нашего региона. За счет этого, наверное, за счет того, что где-то в районе 10% наверное, экономики нашего региона, вернее, кредитов, которые выдаются малому и среднему бизнесу нашего региона, 10% при участии нашего гарантийного фонда. Это очень высокий процент. Столь высокие показатели и оценка Минэкономразвития – это, конечно же, важно. А что говорят ваши клиенты? Кому конкретно удалось помочь? Эти люди представляют какой бизнес и что с вашей помощью удалось сделать? Здесь, кстати, мы говорим про гарантийный фонд. Я вот еще хочу сказать, что мы, ну, уже, правда, в 2021 году мы прошли два очень важных рубежа. Это то два... есть уже сейчас? Вот сейчас, вот буквально в течение вот этих вот первых двух месяцев. Мы предоставили, то есть за весь период действия гарантийного фонда с 2010 года предоставили 2 миллиарда рублей поручительств. То есть вот вышли за этот рубеж вот в январе. И в феврале уже вышли за 10 миллиардов рублей кредитных ресурсов, которые предприниматели получили при помощи нашего гарантийного фонда. То есть эти вот две цифры, 2 миллиарда рублей поручительств и 10 миллиардов рублей, это, конечно, для нашей экономики такие серьезные рубежи. Мы их прошли вот буквально только вот на днях. Представители какого бизнеса вы поддерживаете? Кто ваши клиенты? Наши клиенты – малый и средний бизнес, который зарегистрирован в Орловской области. Неважно, в городе Орле или где-то в районе области, так сказать, там любой. Если предприниматели находятся в реестре ФНС, Федеральной налоговой службы, это наши клиенты. Ну и, соответственно, если они кредитуются в банках или фонде микрофинансирования. Вот, они могут совершенно спокойно стать клиентами гарантийного фонда. На каких условиях можно получить вашу поддержку? Ну, смотрите, гарантийный фонд предоставляет поручительство на сумму до 25 миллионов рублей, до 70% от суммы получаемого кредита или займа. Соответственно, сейчас вот, в условиях там, повышенной готовности, в режиме повышенной готовности, ставка, стоимость поручительства составляет минимум, самая минимальная, это 0,75% годовых от суммы поручительства. То есть, другими словами, вы полезны предпринимателям каким? При каких условиях лучше обратиться к вам?
А в случае, если предприниматель получает кредит, и у него есть какие-то сложности с предоставлением обеспечения. То есть, соответственно, наше поручительство заменяет это обеспечение до 70%. А так, совершенно не важно, каким бизнесом он занимается, если человеку нужен кредит, то мы, как фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, с удовольствием поможем. А вы сотрудничаете со всеми банками или с какими-то определенными? У нас сейчас 18 партнеров, то есть из них коммерческий банк, конечно, абсолютное большинство. Все банки нашего региона, которые кредитуют малый и средний бизнес, это наши партнеры. То есть в любой банк, который обращается предприниматель, можно задать вопрос про гарантийный фонд. Вы работаете на улице Салтыкова-Щедрина, 34. В фонде в центре «Мой бизнес». Центр оказания услуг «Мой бизнес», правильно. Там же работает и другая инфраструктура поддержки бизнеса. Каким образом вы сотрудничаете? Можно ли, обращаясь, допустим, в фонд микрофинансирования, попутно обратиться к вам или наоборот? Вообще, если мы говорим про центр оказания услуг, в него включается 5 инфраструктур поддержки малого и среднего бизнеса, которые действуют в нашем регионе. Это вот гарантийный фонд, про который мы говорили, это фонд микрофинансирования, это центр кластерного развития, центр поддержки предпринимательства и центр поддержки экспорта. Плюс у нас в нашем же центре оказания услуг находится МФЦ для бизнеса и уполномоченный представитель по правам предпринимателей Орловской области. Если, говорю, опять же, если предприниматель обращается в фонд микрофинансирования, то по займам, которые он получает в этом фонде, мы можем также выступать поручителями до 70%. И с удовольствием этим занимаемся. Владимир Владимирович, спасибо вам большое за беседу. До новых встреч. Спасибо, Наталья. В студии «Области решений» был Владимир Осякин, руководитель фонда поддержки предпринимательства Орловской области. И в завершении снова о медицине. О полном снятии ограничений, введенных ранее из-за COVID-19, можно будет говорить только при формировании коллективного иммунитета. Привить надо не менее 60% населения страны. Об этом в интервью ТАСС рассказала Татьяна Голикова. Цитата. «Если количество прививочных пунктов будет таким же, как сейчас, то мы, как страна, достигнем коллективного иммунитета в августе 2021 года. Эта дата может быть сдвинута на более ранний срок, и, скорее всего, так и будет», сказала вице-премьер России. Что ж, будем надеяться на лучшее. И на этом я с вами прощаюсь. В студии был Ростислав Билык. До новых встреч!